чё? А чё, а греть-то кто будет? Мы холодное есть будем. А это? Где у тебя? Вон соль на месте. Привет, YouTube. Пора покушать. Снова Ашан. Опять голодный. Я вообще сильно голодный сегодня. Ну, перекусить вот это все взяли. И главная фишка, сколько бы ты думал, это все стоило? Всего 400 русских денег. Я охренел просто. Любовь Геннадьевна еще говорит, 400. Я говорю, 400, а не 400. Много всего. Неохота мне греть. А не будем греть. Вот так красиво они делают, блин. Я вот не знаю. Сырники. Это вот, ё-моё. Кто бы мог подумать? Перловка, блин. Захотел. Но она с тушенкой, вот тебе ценник. Я, наверное, с нее и начну. Не знаю, почему я захотел. Вот так она выглядит. Понухать. Сами. Всем, кто кушает полезного аппетита. Ну, попробуем, не знаю. Тушенка не каждый день. Вроде как мясо. Сломали нахрен наш кафетерий, видишь, пусто, голо стало. Моя кулинария. Хотели сначала просто поесть, но увидели, что развалили наш кафетерий, вообще стены все убрали, стало неуютно. Ну, думаем, ну, подснимем, все-таки что-то новое. Ну, это... Перловка такое. Мне недословно. Сейчас ГЭС скажет. Мяса много. И вот тушенка. Это вот прям мясо, это волокна. Это из мяса тушенка. Неплохо. 59 рублей. Ну, нормально. Каспийские манты. Вот смотри, состав, если тебе интересно, все это дело. Время уже много, дома готовить некогда. Сейчас приедем. Решение было принято опять тут возъедать. Холодные. Мясо. Но если бы сюда капсаицин внутрь полить еще, было бы божественно. Вкусно? Да. Очень неплохо. Музыка играет. $120 ешь. Фахитос из свинины, салатик. Я, по-моему, помню, что мы его ели. И поэтому я вроде как не перебиваю Макса. Орет, блин, сидит. И это. Баба какая-то орет. Вот так выглядит. Тут соя, ой, это фасоль. Как она? И тоже мало соли почему-то. А вот это свинина, да, по-моему, у них? Свинина там написано, да, было? Да. Мягкая. Вкусная. Мне недосольно опять почему-то. Это наш обед, братцы. И этими вилками ни хрена не берется. Ну да, я попробую. Алга будет пробовать. Тебя не слышно будет. Лимончиком туда брызнуть было бы офигенно. Оно у меня не цепляется нифига. О, видишь, что сделали? Тут раньше стены были.
как комнатка такая, а сейчас ни хрена нету. Салат. Неплохо. Перловку попробуй. Перловку Алга не хочет пробовать. А это что у нас? Котлеты по-киевски. Другая коробочка какая-то. 83,60 ценник. Это поймал, прикинь, нахрен. Это надо, блин, это офигеть. Понюхать. Очень красиво выглядит вот таким образом. Ашановские котлеты. Одну достанем. Котлеты из куриного мяса. Пахнут вкусно. А внутри что, не пойму. То ли тесто. Жирные. Сочные. Сочные, жирные. Ну, прям течет жир в рот. Мне понравилось. Не, мне нравится, но они жирные. Вкусно и жирно. Вредно. Так вредно, что аж вкусно. А, попить надо достать. Вот ЛГ из одного названия стопудово купила. Папа может. Салата тут. Ингредиенты я не увижу сильно мелко. 62 русские деньги стоит это. И сейчас посмотрим, может ли папа или нет. Вот так это выглядит. Пахнет обычным салатом. Этими вилками хрен что возьмешь. Главное, вот это не уронил. Ты в следующий раз ложкой бери, нахрен эти вилки. Это хрень. Не пойму, что здесь. Огурецка, это колбаса, картошка. И вот эти коричневые, что за хрень? Сухари, наверное. Вот это что? Не пойму, что это такое. Папа может, мне не понравилось, короче. Невкусно. А, копченостью какой-то пахнет. Кола банана. Импортозамещение. Может, вот. Всем, кто потребляет только без напитков. Ну, за дружбу. И пузырей уже мало стало. Картофельные палочки с сыром всего 29,99 стоят. 29 рублей. Мягкие какие-то палочки. Пахнет картошкой фри. Мне что-то не очень. Не знаю, мне как-то жирно. Короче, сверху картошка, а внутри сыр, походу. Потому что грибной вкус. Грибной? Грибной. А. Так, ну надо есть. Нет. Последнее осталось у нас. 32,19. Сырник с яблоком. Сырник. Ну, у них написано творожник, что мне кажется правильнее. Так, какой-то он это. Не ломается. Да ты просто кусай, да и все. Я сломать хотел показать им. Смотри. Во, такая тема. Сейчас посмотрим, он рассыпается или нет у них. Хуже моих. Это вообще тесто одно. Ничего не рассыпается. Жидкая хрень какая-то.
внутри начинка. Это хрень, ребятки. Мы с тобой круче уже скилл прокачали, делаем. Я надеялся, что он рассыпаться будет. Я еще ломаю, он тянется. Ну, я думаю, ну, все понятно. 400 русских денег, а это отдельно мы брали. Не закрыла, чтобы еще быстрее выдохлось. Я еще буду пить. Вот будешь пить, откроешь. Не знаю, что тут выйдет. Ну, манты неплохо очень. Надо есть. Тут русский знает меру, называется. Положил, думаю, больше не буду. Манты очень неплохо. Да. Манты, котлеты. А вот это ты не пробовала? Вот эти понравились. Мне не понравился салат этот. Салатик. Папа может, пробует. Какая-то хрень. Там есть что-то, что мне не очень что-то. А тут печень поди. Да я печень люблю, там что-то другое. Не пойму, что за привкус. Ну какой-то он в общем не очень. Да, вот это что-то мясное. Ну колбаса и вот это что-то еще. Я не знаю, что это такое. Это мне не понравилось. Это не печень, это хрен знает, что это. Нет, этот салат мне не понравился. Короче, папа может нам обоим. Я еще говорил, не ведись на название. Я говорю, не берись за название одного салата. Смотри на ингредиенты. Давно дела. Ну, это тоже это такое себе, да? Да. Ну что, братцы, перекусить можно, если выхода больше нету в Ашане. Мы уж какой раз пользуемся этим моментом. Ну, у нас разрушили нашу кафешку, тут стены были, тут уютнее намного было. Закрыто помещение, себя отстраненным и защищенным чувствуешь. А тут как бы, как звери, короче, обрати внимание, как будто мы это, как будто в клетке сидим, такие люди смотрят, как за решетку, а мы такие едим тут сидим. Там Алга, вот это еще будет есть потом. Это хлеб чесночный. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себе. Но 400 рублей, это тем не менее. Ты где, в какой кафе за 400 рублей поешь вообще? Нигде. Совершенно. Мы последний раз в ложка-вилки ели. Полторы тысячи отдали. Это охереть. А там ничего вкуснее не было. Хрень какую-то взяли, суп. Для тебя все равно не слышно будет там. Ничего там сверхъестественного поесть не было, хуже, чем тут, я думаю. А отдали 1500 русских денег. Пицца опять на меня смотрит, стоит там. Да, ты нам не увидела отсюда, она вон она. Тут еще доесть дома маленько. Харчи. Закупка харчей. Берите себе слизь и здоровья. Всем пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.